Прибыл по адресу, дорогие друзья. Уже здесь вызвал сотрудника полиции, участкового, по факту угрозы. Он уже сейчас вот идет на ваших экранах, пожалуйста. Потому что меня пытались убить, типа он меня угрожал, это школьник. И я вот приехал все-таки, я вычислил, как он живет. Я узнал, где он живет. Камеру выключите, пожалуйста. Здравствуйте. Подождите, прежде чем выключить камеру, можно я все объясню вам? Денис Владимирович? Да, я Денис Владимирович. Камеру выключите, пожалуйста. Подождите, вы знаете, по какому поводу вас вызвали? Я вас вызывал. То есть я звонил в участок, что вы пришли. Потому что поступали угрозы в интернете, значит, хотели меня убить, угрожали, обзывали. Я вычислил, значит, адрес, где живет. Пошел ты! Я тебя зарежу! Я тебя найду! Ты понял меня? Ты че как со мной разговариваешь? Ты че мне угрожаешь? Хочу и угрожаю, я тебя найду! Зарежу! Слушай, я тебя уже посадил в тюрьму, ник твой, Романа. Я сейчас узнаю твой IP просто с помощью команды SIN. Ха-ха, попробуй! Попробую, Романа. Все. Твой IP-адрес 178, 187, 156. Пошел ты, ты меня никогда не найдешь! Да. Да, все, я вычислил твой IP, владельцы сервера это могут, поэтому за свои слова-то ответь. Он живет в моем городе, этот человек, я поэтому и вызвал, по факту этого адреса. Камеру на меня не направляйте хотя бы. Подождите, смотрите, я просто занимаюсь, я ютубер, если вы, может, знаете вообще, что это такое. Я занимаюсь этой деятельностью, я снимаю ролики, можно вас попросить, то есть с вашего позволения. То есть я не хочу опираться на закон и что это все рыпыры, я хочу по-человечески с вас спросить, чтобы вот, так сказать, все. Вот я по-человечески вам отвечаю. Хотя бы на меня ее не направляйте. Хорошо, я буду вот как-то сбоку, как-то вот, ну, то есть, ну, немножко, можно же, ну, я могу... Хорошо, что у вас случилось? Здесь знаю, где живет конкретно вот этот человек, школьник. Ну вот и... он... И что он вам сделал? Угрожал убить, там, все такое. Мне он не откроет, а вот вам... Пойдемте, посмотрим на вашего рецидивиста. Ладно, давай, сейчас я покажу вам, где здесь, я знаю. Квартира вам известна? Мне квартира неизвестна, проходите вот сюда. Я знаю то, что вот синяя дверь. Я уже до вас, знаете, что время вас не задерживает. Спрашивал соседей, где живет мальчик Иван, так и называемый. Его он как-то себя называет, Иван его зовут. Я это правда не знаю, может он... Звоните. Ладно, хорошо. Ну там кто-то есть, слышно, да? То есть я все-таки вызвал вас... Ты не работаешь, что за... Не, ну я не мог вас... Там кто-то должен быть. Добрый день. Майор Пронин. Иван Васильевич. От вас жалобы поступают вот от молодого Здравствуйте. Человека. Молодой человек, как? Камеру берите, пожалуйста. Прошу прощения за камеру, но я снимаю ролики, я показываю таких, так сказать, нарушителей. Тогда... От меня жалоба, она поступила, здесь должен и мальчик. Вот. Какая жалоба? Иван зовут мальчик? Да, тебе что нужно? Ты... Кто такой? Он узнал меня, смотрите. Он мне угрожал. Так, молодой человек, вам известен? Да, он угрожал. Я не знаю этого человека, я не знаю. Смотрите, он что? Успокойтесь, пожалуйста, как он себя ведет. Себя прилично. Вы играете в... Как это? Майнкрафт игра называется. Онлайн игры играете вы? Я в мальчике играю. Разрешите пройти? Да, можно. Компьютер выключен. Компьютер выключен. Сейчас он выключен, а вчера был не выключен. Он только вчера мне угрожал убить. Ничего, я не говорил, ничего, я честно не говорил. Убить? На самом деле, я извиняюсь. Вот видите, давайте. Все у нас все выключено, все нормально. Ну это сейчас нормально. Дверь с собой надо закрывать, люди, когда приходят, дверь закрывают. Прошу обычно. Прощения, я закрою, то есть ничего страшного. Еще кто-нибудь придет. Понимаете, ваш сын, вы пока, может, не верите, ваш сын Иван, все-таки он правильно себя назвал, по-настоящему. Он мне угрожал только вчера убить. Он сказал, что он убьет меня, найдет меня. Вань, да ничего я не говорил, ничего. Денис Владимирович, у вас, есть какое-то доказательство. Успокойся. Да, приходят тут нам, говорят. Сами, извините, все снимайте на камеру. Да, докажи. Смотрите, раз вы не верите, у меня есть ролик, как он орет. Я могу вам... То есть вы не верите. Вы знаете, как он вообще в игры играет? Он при вас орет вообще? Или он орет только смелый, когда, так извиняюсь за выражение, мамка уходит Денис из дома, да? Денис Владимирович, меньше слов, больше дела. Ладно, смотрите, хорошо, я уже... Теперь добавил, подождите, я... Да ты...
Я сейчас включу именно тот вам фрагмент. Пожалуйста. Сейчас прогрузит. Пожалуйста. Пожалуйста. Да не я это, не я! Да не я это! Мой голос! Да смотри! Мой голос! Иван! Ваня! Да не я это, не я! Смотрите, ну все, я, ну посмотрите, как он сегодня, понимаете, как он со мной разговаривал, понимаете, как он мне угрожал, как он хотел меня убить, вот это реально было. Владимирович, вы заявление писали? Я заявление не писал, пока что не писал. Можем сейчас. Потому что я поэтому вас и вызвал, я могу написать при вас заявление, и ему ничего не будет, но с вами, как с его законным представителем, как родитель, вы же мама, я так понимаю, Нига, будут проблемы. Оно вам надо? Давайте как-нибудь... Давайте решим. Ну, я бы тогда хотел, чтобы это больше не повторялось, чтобы никаких жалоб не было. И я так полагаю, что нужно лишать Ивана компьютера. О! Нет! Получается. Не надо! Да как не надо? Надо для профилактики... Нет, я не буду! Иди отключайся! Да не буду я! Иди, я говорю, отключай! Сама! Вот и правильно. Вот, давай, Ваня, давай. Не надо было угрожать. Да, давай, отсоединяй. Мам! Давай. Все, отсоединил. Отдавай. Сотруднику полиции. Мой компьютер! Ты что, с ума сошел, что ли? Сошел! Что, смотри, что... Сумасшедший. У меня просто слов нет, я не знаю, что сказать. Ваня, отдай компьютер сотруднику полиции. Мама! Я хотел бы сказать, что... Да, я что-то вообще без... Мы вас взяли на заметку. Готовьтесь к постановке на учет. Компьютер сможете забрать по истечении 15 суток. Ну, мама, сделай что-нибудь! Молчите, мы ничего не сделаем. Конфликт исчерпан. Без заявления, я так понял, что вы это так решили. Конфликт будет исчерпан. Ну, вы сами убедились, да, то, что... Да. Мама, следите, пожалуйста, за вашим сыном. Сделай что-нибудь! Так, я вам тут помогу. Проходите, пожалуйста. Ну, то есть, еще раз извините, что вас пришлось тянуть, но вот это... Все он и лучше, надеюсь, он... До свидания, все. Так, мы с вами пройдем. Теперь, дорогие друзья, компьютер этого грифера будет находиться вот в этом отделе полиции. Вот здесь вот. И пусть мама грифера приходит сюда, мне очень ее жалко, что она попала в эту ситуацию. Но гриферы так себя не должны вести. Угрожать убийством... Я считаю, это неприемлемо. Теперь пусть компьютер здесь находится, в полиции. Вот, пожалуйста. Его заберут, и тогда он продолжит играть. Но только уже, думаю, по-другому. С более благими намерениями и с хорошим поведением. А я пойду дальше, дорогие друзья, искать этих грифов. Я приехал домой, я уже нахожусь дома, я уже, соответственно, на сервере. Вот он я, Серджо, и я продолжаю здесь же искать гриферов на своем сервере. Искать таких людей, которые в себя так непристойно идут, которые угрожают, матерятся, которые вообще творят просто непонятно что. Да так нельзя делать. И так случилось то, что этот грифер был в моем городе. И так нельзя. И я наказал, я считаю, что я правильно сделал. Поддержите, поставьте лайки. И да, дорогие друзья, это то, о чем вы думаете. Это золотая кнопка YouTube. Это реально золотая кнопка YouTube. Она нового формата. Раньше были кнопочки другие. Серджио за 1 000 000 подписчиков. Поэтому я считаю то, что я должен оправдывать эту кнопку. Оправдывать. И я буду находить таких гриферов и наказывать, потому что все это благодаря вам. Все эти кнопочки, все это благодаря вам. Дорогие друзья, спасибо. Поэтому я также буду находить гриферов. И те, кто думают, как же я нашел грифера, все просто. Я просто, например, прописал команду на сервере SYN и выбрал ник любой. Все, и мне выдает команду IP-адрес. Все, я так и узнал. А дальше, если ты знаешь уже IP-адрес, то там дело техники узнать. Там уже не трудно. Такой может только владелец сервера. Так может сделать только владелец сервера. Ну а так как я, естественно, сам по себе владелец сервера, тоже на сервере, да, я могу это сделать.
Поэтому, если вы хотите также вдруг искать гриферов, находить их как-то или снимать с ними ролики, то станьте владельцем сервера, и вы сможете мне помогать, сможете указывать на таких гриферов. Поэтому это всегда приветствуется. Заходите на сервер, всех жду, становитесь владельцами сервера. Поэтому всем спасибо, ставьте лайки за поддержку. Ролик, думаю, получился классным. Всем пока. Спасибо за кнопочку. Вам. Wow.